Согласно постановлению санитарного врача, дежурные группы в детских садах могут посещать до 15 детей. Однако, если ребенок, которому удалось попасть в дежурную группу, заболеет и уйдет на больничный, его место предложат следующему в очереди, но лишь на время. Если в дежурной группе ребенок временно заболел, то этот ребенок временно отстраняется от детского сада, но место за ним сохраняется. После того, как ребенок переболел и с ним все нормально, он возвращается обратно на свое место в дежурной группе. Единственное, дежурный, пока ребенок, если длительное время болеет, детский сад может предложить это место временно посещать следующему в очереди. На сегодня в Темиртау работают 82 дежурные группы. Открыты они почти во всех городских садиках, кроме тех, где не закончены ремонтные работы. Нет дежурных групп и в мини-центрах при школах, а также там, где их открытие оказалось нерентабельным. Основное условие для открытия группы – наличие отдельного входа для каждой. У нас не работает первый сад, потому что там нерентабельно, не имеет смысла открывать. Там всего лишь один вход, и ради 15 детей, например, да, сад заводить не имеет смысла. У нас не работают мини-центры при школах. Мини-центры не работают по той причине, что из-за, допустим, ограниченного количества детей столовые, арендаторы столовых не хотят работать. В дежурную группу попадают дети по приоритету, набирают тех, чьи родители заняты на работе. Подтверждающие документы на сегодняшний день, поясняют в отделе образования, обязательны. Помимо справки с места работы, ребенку необходима справка об эпидокружении. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, новости Темиртау.